Я родился в маленьком городке, это город Тюкалинск, Омская область, это в 125 километрах от Омска, где мои родители, коренные бессарабцы, оказались не по своей воле. Драматичная история семьи Голигорских начинается за год до начала Второй мировой войны. Родители и деды Юрия родом из Бендер. В середине 30-х годов его отец уехал учиться в Бухарест, в художественную академию. Домой он вернулся в 1939-м. Он вернулся для того, чтобы уговорить отца и мать уехать из Бендер, потому что в Бухаресте все говорили, что Бессарабия станет предметом дележа, либо она попадет в руки России, либо начнется война, и туда придут немцы. Мой дедушка, несмотря на то, что он был лесопромышленником, у него был лесной склад, он симпатизировал левым идеям. И ему казалось, что даже если придет советская власть и Советский Союз, то ничего страшного не произойдет. И он не видел в этом опасности, и он не мог понять, о чем его сын, мой отец, ему говорит. Он не сумел убедить своих родителей, потому что его родители не представляли свою жизнь вне Бессарабии. Он остался с ними, женился на бессарабской девушке. В 40-м году произошло именно то, чего опасался молодой художник и чего не боялся его отец. Моментально очистили все магазины и все аптеки. Значит, освободители, которые пришли, по сути дела, ограбили местное население. Надо было понять, что грабят. Надо было понять, какое имущество. Надо было составить опись. Без владельцев это было сделать невозможно. Надо было войти в курс дела. А после этого они уже становились ненужными для системы. И их ликвидировали, или ссылали, или расстреливали. И все что угодно. Дедушку моего арестовали 12 июня 1941 года. Сослали в лагерь Ивдель. Статья 58.13 УК РСФСР. Это статья «Активное сопротивление рабоче-крестьянскому движению, враг народа» и так далее. Мой отец и моя мать и бабушка были арестованы как члены семьи врага народа и сосланы. Вскоре после ареста дедушка умер. О некоторых обстоятельствах его смерти родные узнали от молодых людей, которые до войны были коммунистами. Они были депортированы вместе с дедом. После смерти дедушки, они, будучи молодыми и более сильными, здоровыми, выносливыми, некоторые из них вернулись и привезли то единственное, что осталось у меня от дедушки, это его мундштук. И они рассказали, что дедушка умер голодной смертью. Он был арестован 12 июня 1941 года, а умер голодной смертью в лагере Ивдель, это на Урале, 25 сентября 1941 года, через несколько месяцев. В документах, в первоначальных, которые были переданы НКВД Ивделя, в НКВД Молдавии указана причина смерти – сердечная недостаточность. В 90-е годы Юрию Голигорскому удалось отыскать подлинное свидетельство о смерти деда. Он умер от крайнего истощения вследствие голода и пыток. Их освободили в 47-м году. Они вернулись в Кишинев. Уже не в Бендеры, в Кишинев. Хотя, по сути дела, были пораженцами, если вы знаете, что такое. У них не было никаких прав, они не могли претендовать ни на квартиру, ни на работу, ни на что. Они жили, снимали угол, это называлось снимать угол где-то. Там родился мой брат в 48-м году. А в 49-м году отца вновь арестовали.
арестовали только отца. И отца отправили по этапу в ссылку. Снова. Через все этапные тюрьмы России отправили в Сибирь. А мама осталась с грудным ребенком, годовалым на руках, и со свекровью. И что делать? И она пришла и говорит: арестуйте меня тоже, чтобы воссоединиться с мужем. И она, по сути дела, сдала себя в руки. И ее отправили туда же. В 1957 году супруги сумели вернуться в Бессарабию. Мы жили в сарае, такой район Кишинева-Баюканы. Ни квартиры, ни работы, ничего. Живи как хочешь, но ты можешь жить у себя в Бессарабии, где ты родился и вырос. Отец Юрия устроился работать художником в Кишиневский театр «Ликурич». Все, что я, вот маленький мальчик, знал в Сибири, это была картошка в мундирах, огурцы и молоко, потому что у нас было полкоровы. Что значит полкоровы? Мы делили корову с соседями. А, еще и селедка. Как я мог забыть про селедку? Селедка – это важнейший продукт. И когда мы приехали в Кишинев, и друзья родителей накрыли стол, я ни к чему не притрагивался. Друзья родителей спросили у мамы, почему он ничего не ест. Мама говорит: а он не знает, что это. Как не знает? Она говорит: он никогда этого не видел. А что же ему дать? Дайте ему картошку и селедку, и вы увидите, как он ест. И тогда мне отварили картошку в мундирах и поставили селедку. И я навернул по полной программе. И тогда люди поняли, через что проходили те, кто был выслан. В 1963 году семью реабилитировали, и у них началась новая жизнь. Те, кто получали реабилитацию, имели возможность получить жилплощадь, где, государственную жилплощадь, где-то в Кишиневе. И мы получили двухкомнатную квартиру, и я перешел в самую лучшую школу в мире, в 37-ю школу. Это сейчас лицей имени Гоголя. И это школа, которая, во-первых, подарила мне мою жену. Мы с ней там познакомились. Подарила мне моих лучших друзей. Я вчера прилетел из Нью-Йорка. Я был на свадьбе у сына моего друга, с которым мы вместе учились в школе. И там нам поставили стол, который назывался «Стол школы 37». И вроде бы жизнь в Кишиневе наладилась, но Юрий не видел здесь своего будущего. Я всегда хотел уехать с детских лет. У меня была идея. Я довольно рано, скажем так, довольно рано понял, что будущего в Советском Союзе у меня не будет. С 70-х годов у евреев не было шансов поступить в Кишиневский вуз. Антисемитская политика была в действии. Во-первых, у папы была работа «Дело жизни». Он реставрировал греческую церковь в Кишиневе. Его работа до сих пор видна. А во-вторых, они боялись, что если они обратятся за разрешением выехать из Советского Союза, их отправят в третью ссылку. И они сказали: третью ссылку мы не переживем. А я настаивал, чтобы... И в отличие от моего отца, который не смог убедить своего отца, я сумел убедить моих родителей, и мы уехали. Им удалось уехать в Израиль, но без старшего брата. Ему отказали в выезде. Юрий убежден, что это была месть молдавского КГБ в его адрес, поскольку в юности он активно выступал против советской политической системы. Если ты будешь много шуметь на Западе, то мы его никогда не отпустим. Но когда только я пересек советскую границу, я именно сделал то, о чем меня просили органы именно не делать. Я стал сильно шуметь, и они, по сути дела, поняли, что я отморозок, со мной договариваться невозможно, и отпустили брата. В Израиле он учился на факультете кино и телевидения. В 1978 году он наткнулся на объявление о вакансии в русской службе BBC. Почти полгода он должен был замещать продюсера. Проработал эти 20 недель,
Меня забыли выгнать. Я забыл уехать. И проработал 30 лет. В Лондон он приехал с супругой. Они поженились в 76-м. У них две дочери – Симон и Софи. В 1987 году у Юрия Голегорского родилась, по тем временам, безумная идея провести прямой радиоэфир, в ходе которого британский премьер-министр Маргарет Тэтчер ответила бы на вопросы слушателей из СССР. Она пришла в студию, я продюсировал, и она спросила: «А вы уверены, господин Голегорский, что слушатели нам позвонят из Советского Союза?» Я сказал: «Конечно, я уверен, премьер-министр, о чем вы говорите, но не может никакого сомнения». Ну, она говорит: «Ну, хорошо, хорошо, посмотрим, посмотрим», и ушла. Поступило около 800 звонков из Советского Союза, линия была перегружена, не выдерживала. В эфир вывели только 15 слушателей, вспоминает Юрий. На 58-й минуте я ей показываю. Она показывает. И мы закончили. Она вышла из студии и говорит: «Почему ты меня прервал?» Я говорю: «Премьер-министр, 2 часа назад вы задали мне вопрос, продержимся ли мы в эфире 1 час. А сейчас вы мне задаете вопрос, почему я вас прервал?» И она произнесла фразу, которая осталась для меня ключевой на всю мою оставшуюся жизнь. Она сказала: «Я всего лишь премьер-министр, а ты профессионал. Ты должен был предусмотреть». Я сказал: «Хорошо, тогда в следующий раз мы делаем 2 часа, но вы приводите с собой Горбачева». Она говорит: «По рукам». Она взяла большой стакан виски, налила себе и мне. Мы выпили с ней и договорились, что следующий эфир будет 2 часа. Произошло то, что произошло. Развалился Советский Союз. Я потом рассказал об этом Горбачеву, о том, что был такой план. И он сказал: «О, хорошо, я бы пришел, и мы бы сделали. Какая хорошая идея». В Кишинев он приехал в 89-м году. Гораздо позже, в 2006-м, BBC открывает в Кишиневе свое бюро, собирается вещать на румынском, русском, украинском и английском языках. Для вещания была необходима эфирная частота. Президентом тогда был Владимир Николаевич Воронин. Я ему написал письмо. Что: «Уважаемый господин президент, я обращаюсь к вам не как к президенту этой республики, я обращаюсь к вам не как к лидеру нации, я обращаюсь к вам как кишиневец к кишиневцу. Дайте, пожалуйста, частоту BBC». Меня вызвали в Кишинев, и Владимир Николаевич пригласил к себе, сказал: «Какое сегодня число?» Я назвал, это было, по-моему, в июне. «Через 3 месяца вы будете вещать здесь круглосуточно». И мы вышли в эфир через 3 месяца и 1 день. Голегорский координировал открытие бюро BBC в Кишиневе, в Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте и Баку. И, по его мнению, решение BBC прекратить работу в странах бывшего СССР было ошибочным. Я думаю... Это, поскольку нас никто не слышит, я говорю только вам и вашим зрителям, что мы провалились. Мы провалились по той простой причине, что если сейчас посмотреть на средства массовой информации в России, то наша миссия окончилась полным провалом. А мы провалились, потому что мы сказали: «Наша миссия окончена, давайте прекратим вещание, сделаем». И свернули наши шатры и ушли на пенсию. А идеологическая борьба оказалась неоконченной. Причем это касается не только России. По всей территории бывшего Советского Союза творятся такие безобразия в средствах массовой информации, о которых хочется кричать. Но, очевидно, кого-то это устраивает. В 2008 году он уходит с BBC, но продолжает работать в журналистике, поддерживает отношения с кишиневскими друзьями, когда, получается, приезжает в гости. Я гость. Я только гость. Вся моя родная Молдова,
вся моя родная Молдова, она либо в Израиле, либо в Америке, либо в других странах. Папа увидел сходство и сделал коллаж из двух фотографий. Вот две фотографии трех поколений. В сибирской ссылке в 1956 году, это я у него на плече, в «Свободном мире» в 1985 году, это моя старшая дочь у меня. Юрий с большой любовью вспоминает об отце. Помнит, как он купил ему первую камеру. Кадры, сделанные в Кишиневе в конце 60-х, он бережно хранит. Его отец не переставал любить Бессарабию, родные места и румынскую музыку. Папа был очень талантливым человеком, который до конца своей жизни не мог пережить и осознать мотивы ссылки и почему, за что семья так пострадала. Когда мы с ним садились, а мы с ним очень дружили, он в первую очередь был моим другом, а потом уже моим отцом. И он задавал всегда один только вопрос. За что? И на этот вопрос не было ответа. Ни у него,